Печерский райсуд столицы разрешил процедуру заочного осуждения Николая Азарова. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, расследование уже завершено. Обвиняют экс-премьера в расхищении 220 миллионов гривен. Следствие установило, что деньги из госбюджета вывели через компанию «Укртелеком». По словам генпрокурора, это только один из эпизодов, который расследуют в отношении бывшего главы правительства. Как утверждает Луценко, в ближайшее время в суд направят ходатайство о заочном расследовании по еще нескольким топ-чиновникам времен Януковича. Мы имеем обґрунтованные подозрения щодо Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова, ряду інших дрібніших посадових осіб. На цей момент ми передали в суд клопотання про дозвіл ведення досудового процесу. Як ви знаєте, це треба робити по кожній персоні окремо. І отримали дозвіл на заочку щодо Януковича, щодо Азарова, щодо Колобова. Чекаємо щодо Арбузова.